Участие в предварительном голосовании «Единой России» подала Елена Андреева. Региональный председатель общественного наблюдательного совета проекта «Городская среда» активно участвует в общественной жизни Химок. Вместе с трудовыми коллективами обсуждает инициативы, направленные на развитие города. По предложению совета директоров стала лидером движения общественной поддержки социально значимых инициатив. Предварительное голосование для кандидата Андреева и возможность сделать еще больше для жителей региона. Внутрипартийное голосование проходит по уникальной системе. Можно проголосовать онлайн в течение 7 дней и также на определенных участках, куда можно прийти и проголосовать по бюллетеням. Открытая форма. Предварительное голосование – возможность для партии заранее определить кандидатов, обладающих наибольшим авторитетом среди жителей. А для жителей – поддержать тех, в ком они действительно видят представителей своих интересов. Напомним, что в этом году свой голос можно будет отдать в режиме онлайн. Интернет-голосование пройдет с 24 по 30 мая, а проголосовать очно на счетных участках можно будет 30 мая.